Подписанный президентом пакет так называемых исторических законов может угрожать свободе слова в Украине и привести к подавлению критически настроенных голосов в обществе. По словам представителя оппозиционного блока, коалиция в парламенте должна заниматься не политическими спекуляциями, а решением системных проблем, от которых зависит судьба каждого украинца. Оппозиционный блок обратиться сегодня в Конституционный суд по поводу отмены исторических законов. Мы обращались к президенту с просьбой наложить вето, но, к сожалению, данные законы подписаны. И теперь на переименование улиц и городов из местных бюджетов пойдут миллиарды гривен, которые будут сняты с дорог, с крыш, счетчиков теплоучета. Местным бюджетам просто взять нигде больше этих денег. А десятки миллионов станут в очереди за новыми документами. Увеличится идеологический раскол страны. Является ли это первым приоритетом для страны, которую власть довела до нищеты? Мы так не думаем. И так не думают с нами десятки миллионов украинцев.